Следствие вело серьезными нарушениями, а материалы дела по обвинению Сергея Стерненко прокуратура трактует в свою пользу без должных оснований, заявляет защита обвиняемого. На очередном заседании в Приморском суде прокуратура продолжила оглашать список доказательств вины Стерненко. Его же адвокаты продолжают настаивать, следствие проведено некомпетентно. Судьи запитали в прокурора, а где видео? Огляду місця події, ну, ключовий якби додаток до протоколу огляду місця події. Вони кажуть, ну, немає, ми дещо пофотографували. Уявляєте, настільки резонансна справа і настільки недбалий початок фіксації оцих от, слідів. І зараз оця недбалість, вона використовується і вставиться в провину, і вигадуються оці от, нові ідеї, які вони інтерпретують через ті взаємосуперечні експертизи. На заседание прокуроры принесли только один том. Суд попросил на будущее готовить больше материалов, да и недельный перерыв в деле в этом пригодится. Напомню, Сергея Стерненко обвиняют в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, которое произошло ночью 24 мая 2018 года. Тогда, по версии следствия, Кузнецов вместе с Александром Исайкулом напал на Стерненко и его девушку. Защищая Стерненко, превысил самооборону и смертельно ранил ножом Кузнецова. Сам некогда глава Одесского правосектора говорит о самозащите.